Ой, алкоголик хлебов. Ну, давай, я тебя, конечно, подожду, Ну давай. ладно. Ой, кого-то я затроллил, да, уже? Короче, Эдисон, ты понимаешь, ты провинился, тебе нельзя ходить на красный свет, и за это ты... Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жайкой мы продолжим троллить друг друга в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет и добро пожаловать в первую серию троллинга в новом году. Да, ребята, и я надеюсь, что вы и дальше будете оценивать вашими большими пальцами вверх, как и делали это и на предыдущих сериях, мы этому будем очень и очень рады. Поэтому, ребята, в честь нового года и в честь новой серии троллинга ставьте большущий палец вверх на вот эту серию прямо, вот прямо сейчас, если хотите видеть новую серию троллинга как можно быстрее, и чтобы мы с Жекой записывали сам троллинг как можно чаще. Да, Жека? Да, и я думаю, что можно приступить, собственно, к троллингу, но, Эдисон, перед этим зайди в свою комнатку, я тебе там небольшой сюрприз оставил. Зайди. Ой, ребят, я прям вангую, у меня там писюн сейчас построен. Вот если у меня сейчас там построен писюн, то Жека 100% извращуга. Вот. Ну, я подтвердил свои слова, ребят, Жека 100% извращуга. Так, ладно, все, я пошел в задницу. Давай, я пошел строиться, давай, пока. Ой, ладно, Жека немного придурочный, это мы все знаем, но, ребят, реально, добро пожаловать в новую серию троллинга. Я сейчас что-то попробую построить. В предыдущей серии троллинга у меня была небольшая идея, что я сейчас буду строить, но сейчас ни малейшей какой-то идеи, поэтому мне опять сейчас нужно будет все на ходу придумывать. Ребята, лайк, если хотите видеть новую серию троллинга еще как можно быстрее, как можно чаще. Ставьте прямо сейчас лайкусик, и мы запишем новую серию как можно быстрее, да. А сейчас дайте мне немного подумать... Хотя бы немного, потому что я реально не знаю, что сейчас будет строиться на вот этой карте. Да. Ой, ну что, ребята, троллинг потихонечку продвигается. В чем будет заключаться суть моего троллинга и что Жека будет делать на моей карте? После того, как он зайдет вот сюда, он пойдет в мое главное лобби, можно сказать. Я скажу: Жека, тебе нужно пройти вот в эту дверь. Но перед этим тебе, конечно, нужно найти рычаг. Если он подумает то, что это вот этот рычаг, он подойдет его забирать и провалится вот сюда. Да, но я ему скажу: Жека, это не так все просто. Поищи, тут могут быть где-то спрятанные двери или рычаги, или еще что-то. Он может зайти вот сюда, типа: ага, тут что-то есть, но пройдет вот сюда и бабахнется в лаву, то есть уже плюс одна смерть для Жеки. Он может зайти вот сюда и увидеть тут огромный писюн. Вы все знаете то, что Жека огромный извращуга, поэтому, мне кажется, писюн ему понравится. Только благодаря этому я его и построил, чтобы Жека заценил. Я ему еще скажу: Жека, ну давай погладь его. Мне кажется, если ты погладишь, то откроется какая-то дверь. Но ни хрена не откроется. Хотя, можно тут что-то сделать, типа, чтобы дверь, типа, открылась. Вот смотрите. Вот, поставить дверь, да? А после этого, ребята, после этого он все же пройдет вот сюда. Тут как бы тоже есть дверь, но к этому мы еще вернемся. А он должен пройти вот сюда. Дайте-ка я вот так вылечу. Вот так. Он пройдет сюда, и вот с этого лабиринта он не сможет выйти, потому что тут будут его окружать невидимые барьеры. Он пройдет вот сюда, сюда. Потом он подумает, нужно идти сюда, но нет, пойдет сюда, тут ничего не будет. Он может подумать, тут есть какая-то ловушка, но тут ничего не будет. Вот сюда, эти плиты тоже ничего не будут делать. Вот ничего, но как только он дойдет до сюда, ва? Вот сюда. То тут, опа, он провалится и, как видите, умрет, потому что тут есть, ну, вы знаете, что это такое, это шипы или как это, короче, да, шипы, можно и так назвать эту всю фигню, и он 100% провалится вот сюда и умрет, я так думаю, да? Поэтому, ребята, еще плюс одна ловушечка. После того, как он обойдет вот сюда, он вернется в ту же комнату, да, вот сюда вернется. И я ему скажу: Жека, пароль от твоей двери, размер твоего писюна, потому что Жека, как обычно, любит писюны, все мы это знаем. Я там написал 5 сантиметров, поэтому, мне кажется, Жека не обидится, но все же. Еще одно забыл, как он сможет найти рычаг вот к этой двери. Когда он провалится вот сюда, он пройдет вот сюда, он будет топать к самому выходу, к самому началу. И вот тут будет сундучок, где будет рычажок, да? Он вылезет на самом начале. Ему нужно опять будет вернуться и проходить вот это все заново. Вот так вот. Но после этого всего
тут у него будет еще одна дверь. Сейчас нужно придумать, как он сюда попадет. Сейчас что-то сделаю. Он пройдет вот сюда, сюда, сюда. И тут у него также будет невидимый лабиринт, с которого нужно будет найти выход. Выход будет вот тут. После того, как он зайдет сюда, я ему скажу: Жека, ты плохо себя вел в этом году, поэтому... Деда Мороза сейчас тебя будут наказывать. Они ему не будут практически наносить урон, они только будут его очень сильно откидывать. Ему нужно найти отсюда выход. Он будет открывать вот эти все, как вы видите, люки туда-сюда-сюда. Как отсюда выбраться, как отсюда выбраться. Он будет думать. И в конце итогов он найдет тут джамбуст. Вот тут будет у него джамбуст. А сейчас нужно сделать, чтобы он был работающий. Вот так. Я ему буду давать джамбуст. И после того ему нужно будет выбраться вот сюда. Он окажется вот тут. И тут для него будет финальное испытание. Паркурчик, да? Он будет прыгать. Но как только он прыгнет на вот этот блок, то провалится, потому что это невидимый блок. И так и не нажмет на вот этот решающий рычаг, где в принципе ничего нету. Это также троллинг. Но в конце концов он попадет в рай. Все мы помним Стефана, когда Жека попал в тюрягу, и там его ждал дружочек Стефан. В этой серии он также попадет в тюрягу, там, где будет Стефан. И, ну, все мы знаем, я ему скажу, только не в тюрягу, я ему скажу: Жека, ты умер, ты попал в рай. Встречай своего старого дружка Стефана. Ну и развлекайтесь себе, развлекайтесь. Ну, в принципе, вот такой будет троллинг. Надеюсь, что Жеке понравится. Сейчас мне еще осталось доделать вот там одну дверь. И можно приступать. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу, я построил, йоу! Все, я передумал тебя троллить, иди в жопу, я с такими неадекватными не общаюсь. Так, Эдисон, давай, собственно, как всегда, ко мне ты пойдешь в начале. Можно в гемоде 0 пойти? Точнее, 1. Нет, давай лучше в гемоде 0, я так вот подумал, мне кажется, лучше в гемоде 0. А что у тебя такое за спиной? Что у тебя такое за спиной? Карточка какая-то. Нету там ничего. Это спойлер, все, да ничего у меня нет. Ладно, хорошо, я тебе просто сейчас скажу, что ладно, неважно. Так, собственно, заходи в мой троллинг. Вот он такой вот замечательный, Да не хочу я проходить. Опять невидимые блоки, Жека. Так, собственно, ты мог заметить, что это у нас комнатка, да? Это намек, да, это намек. Собственно, ты находишься в нашей комнате 1 января. Как раз мы 1 января, поэтому тематично, понимаешь, да? Да. Ты уже что-то нашел, да? Да, я карточку нашел. В общем-то, мы с тобой напились 31 декабря и валяемся с тобой в отключке, потому что мы отравились алкоголем, и нам нужны срочно таблетки от головы. Знаешь, вот говорят о том, что напротив этого дома есть какая-то аптека. Мне кажется, тебе стоит туда сходить. Аптека? Думаешь, есть какая-то аптека? Ну да ладно. Да. Ты должен, собственно, помочь нам, понимаешь? Ты должен помочь нам. Да, сейчас я поищу, может, тут есть какие-то скрытые проходы. Да, давай, ищи. Кто его знает? Ладно. Все, давай, короче, выходи, молодец. Ну, подожди, стой. Ну, Эдисон, я бы тебе советовал так быстро не бежать по этой дорожке, потому что здесь очень много машин ходит и много людей погибают, поэтому ты будь осторожней. Ну, в принципе, лучше дождись зеленого света, и тогда только можешь идти. А, ну хорошо, я подожду. Ну ты подожди. Мне кажется, он никогда не загорится, поэтому тебе нужно... Я подожду. Сейчас я перейду, и тут ты ундо сделаешь, да, и тут миллион машин появится. Не хочу я туда идти. Лучше знаешь, что я пойду и дальше побухаю тут, поваляюсь. Ну, ты же хочешь помочь нам? У нас головы болят, ты должен нам таблетку спросить. Не хочу, не, я присоединюсь и полежу. Я устал просто. Эдисон, ты сделаешь это не по плану. Жека, мне и тут хорошо. Ой, алкоголик. Давай, я тебя, конечно, подожду, давай. Ладно. Ой, кого-то я затроллил, да, уже? Короче, Эдисон, ты понимаешь, ты провинился, тебе нельзя ходить на красный свет, и за это ты... Да, ничего я не провинился, ничего я не... Ты понимаешь, ты ходил по дороге не на зеленый свет, поэтому тебя посадят сегодня в тюрьму, вот. А что там в аптеке было, мне интересно, а? В аптеке-то как раз были таблетки, но ты-то пошел на красный свет, и поэтому... Да нет, я подождал зеленого. Ну, как видишь, нет, тебя посадили в тюрьму, видишь, все. Теперь, собственно, ты будешь сидеть в тюрьме до конца своей жизни и, собственно, не поможешь нам, и мы с тобой умрем от того, что у нас болит голова.
Здрасте. А ты не можешь больше из тюрьмы выйти там? Не, я хочу с соседом познакомиться. Сосед! Познакомься. Сосед, алло! Ему хорошо идти. Да я заметил, все, я валю отсюда. Так, ну давай, собственно, есть еще второй вариант, а можно выйти отсюда. Подожди. Ничего нет, ничего. А там, кстати, ты или кто это? А, нет, а это какой-то там докторюга. Так, собственно, ну, не знаю, можно попробовать выйти из тюрьмы, может, и получится там сбежать. Да, ты меня заколебал. Так, все, тихо. Не. А почему ты не убираешь его респаун нафиг? Что происходит? Эдисон что-то нашел, да? Не. Да пошел ты в задницу! Эдисон, я тебя хочу просто полирить, тебе это оружие не поможет, понял его. Мне кажется, тут ничего не поможет, а? Да, тебе тут уже ничего не поможет. У меня истерика, Эдисон, я не могу уже на стуле просто прыгнуть. Ага, привет. Не, мне кажется, я уже тут отсюда никак не выберусь, поэтому меня, в принципе, тут все устраивает. Я короче, полежу себе все. Переходим к моему троллингу. Не-не-не, ну, типа, ты должен выбраться, Эдисон. Да мне, меня тут все устраивает, нормально же. Все, уходи с моей камеры, уходи. Не, пожалуй, тут Жека, мне кажется... Давай, ломай рычаг и иди к саксокамернику. Не надо к тебе идти к этому ограннику, видишь, он тебя убивает. Взял оружие? Нет. Нате, паскуда, нате, паскуда. Нате, нате. Быстрее, нужно срочно бежать, пока он не проснулся. Беги быстрее. Беги, сейчас куда-то провалился. Уйди, я не хочу с тобой дело иметь. Ой, а что же делать? Да, может ты мне дашь место, чтобы я поставил вот эту хрень? Спасибо. О, ты все-таки ее взял? Ну да. Ах, ты же говнюк! Это вот ее не взял! Убей его, доктора! Не! О, это что такое? Яички? Нет, я думал яички. А что-то выпало, да ты посмотри. Да ничего не выпало. Нет, ты скажи, что выпало-то. Да ничего не выпало. Да выпало, да. Да ничего не выпало с него! Выпало с него. В смысле, да ничего не выпало. Да ничего не выпало. А ну рассказывай, что выпало. Да, ребят, ничего не выпало. Жека, мне кажется, ты тут немного что-то неправильно сделал. Да. Ой, тебе таблеточку и мне таблеточку. Можно отдыхать, да. Ты самый сумасшедший серия троллинга, который я когда бы снимал. Все, я справился с заданием. Да, ты справился, ты молодец, Адис, теперь уж не будет болеть кожу. Схавайте, да ладно. Не, сейчас, не, вот, да. Ой, все. Так, я готов уже прицепить к твоему троллингу. Давай, пошли. У меня не лучшее, но ладно, пошли, давай, включай гейммод, не знаю, 2 включай лучше. Хорошо, гейммод 2 включаю. Ладно, пошли. Пошли, Женя, давай. Заходи, проходи. Да, хорошо, а? Заходи внутрь, пошли. Ам, Женёк. Ой, это что такое? Ой! Дай, можно я начну хотя бы, хорошо? Тебе нужно пройти сюда, вот в эту дверь. Ищи тут скрытые проходы, ищи тут скрытые двери. Я нашел только тут какой-то плохой скрытый проход, там я не пойду. Ищи везде скрытые двери. Подожди, а Димоне 2 нужно быть, да? Да, в Димоне 2. То есть я не могу, да ломать эту фигню ломать? Нет. Ай, куда-то кто-то провалился. Ну давай, выходи. Ну что это такое? За углом, никого нету, нет? Нет, никого нет. Нет, вроде никого нет. Мне показалось. Где я? Ой, я вышел. Я молодец. Ну молодец, только там прохода нет, тебе нужно возвращаться обратно сюда. Разве? Давай, заходи, Женек, заходи. Да ну сейчас. Заходи, Женек, заходи. Я просто весь обижал. Да,
Ну не просто так, ты просто немного сипошарный, ты там что-то пропустил, ну да ладно, потом как-то еще раз пробежишь. Да у меня, давай. В принципе, карточка есть, поэтому... А, не-не, так не работает, давай выкидывай это. Выкинь, давай. Ладно, держи. Я одна даже. А что, я все правильно сделал, да? Я должен упасть? Не знаю. Ищи проход, может тут еще где-то двери есть, я не знаю. Может быть. Ну это в том, что сделал. Ладно, ладно. Там код надо было вбить. Да, ищи скрытые двери, я не знаю, может тут вот есть. Жека, вот. может тут где-то скрытые двери есть? Вот тут может где-то скрытые двери есть, я не знаю, эти подсказочки даже уже даю. А, нет. Ты бы хоть рукой где-то потыкал, жопа ленивая. А, вот, всё. Жека, я сказал подписчикам, то, что это подарочек. Я думаю... Спасибо, ура! Но это еще не все. Тут есть еще один подарочек, еще один проход. Если ты погладишь писюнок, там откроется дверь секретная. Да ничего, просто ты его погладил, все нормально, возвращайся. Так, Жек, у меня для тебя еще одна подсказочка, тебе вот сюда нужно. Вот туда. Да. А может и нет, не знаю. Да в смысле? Я только что ходил, я ничего не нашел. Да, давай, ищи внимательно. Да какой же ты слепошар, а тут ничего не видишь, а? Дошел, я умный, я молодец. Да, очень умный. Так, давай. Спасибо за подсказочку. Пошли. Да не туда, как ты рычагом откроешь вот те двери, тебе сюда нужно. А, ну да, то есть, хорошо. Давай. Давай, Женек, осторожно, давай. Опа, можешь припрыгивать мне как бы без разницы. Осторожно, проходи. Ой, что-то нажал. Ничего не случилось, проходи дальше, давай. Ты меня больше пугаешь, Эдди. Осторожно. Молодец. Давай дальше. Я прошарен. Давай. Так, хорошо. Мне кажется, все равно я умру. О, так. 0409. Бери карточку и вводи пароль. 0409. Ой, я, наверное, неправильный пароль 0-9, написал. 0-9-0-4. Не, Жека, я неправильный пароль написал. Я хотел тут написать размер твоего писюна, поэтому вводи свой настоящий размер писюна сюда. В сантиметрах. Чего? Ну, 9-9-9. Да, ври больше, да, ври, да. А в смысле, я не понял, а ты хочешь узнать размер моего писюна или что? Мне Юлька сказала. А, вот так? Давай, води. Но я тебе подскажу, первая цифра 0, и вторая тоже. И третья тоже. Ребят, я честно не знаю, что происходит, кстати, с того, что с ума сошел. Да. А сколько? 0-0-1, 0-0-2? Я не знаю, ты знаешь, какой у тебя размер письма. Да нет, у меня-то уже точно не такой. Какой? 0-0-0-5? Ну ладно. Жека, природа, знаешь, кому-то дает большой, кому-то маленький. Ой, все, это... Ты не виноват, Жека, ты не виноват. А что тут такое? Я боюсь идти. Осторожно, шипы там, сейчас. Или нет, ну ладно, проходи, давай. Ищи выход. Ищи ошибки, я понял. Ищи ошибки, да. Ой. Что, правда, сейчас происходит? Жека, ты был непослушным в этом году, поэтому Дед Мороз на тебя... Останусь, пожалуйста. Дед Мороз на тебя обиделись. Давай, ищи выход с этой комнаты. Да, давай. Я дальше лучше пойду, можно? Не, можешь там ходить, мне как бы без разницы. Ищи выход. Помогите! Жека, убивай их, у тебя... У них только пару жизней, так что... Сколько там у них жизней? 4! Я пока посмотрю, как ты подыхаешь. Помогите! Уведите в жопу! В смысле? Громко! Ладно, я побежал! Да, пока! А как ты выбрался? А, у тебя жамбуз был, да? А, тебя подкинули? А, да. Офигеть, то есть тебе нужно реально было в этот люк пробраться. Офигеть, я если честно офигел вот прямо сейчас. Тебе нужно было. Меня не подбросили, а через стену пролетел. Ну в смысле? Тебе нужно было вот тут подпрыгнуть? Нет, выкиньте меня еще раз. Что мне нужно было сделать? Я не дослушал. Подкиньте меня, говнюки! Да в смысле? Они подкидывают Эдисон! Жека, ищи джамбуст!
какой нафиг шампунь? Ты его как бы уже нашел? А, да? Нет, где он? Да, ну там где-то нажимная плита есть невидимая, поэтому ищи. Да в смысле, слишком сложно. О, нашел! Нашел, нет, ну быстрее! Я... О, Жека, молодец. А и в принципе, финальное твое испытание, финальное, просто обычный паркур. Хорошо. Вот тут для тебя ждет сюрприз в этом командном блоке. Ждет сюрпризик, Жека? Ай! Кто-то умер, а знаешь, Жека, что происходит после смерти? Люди попадают в рай, поэтому, Женек, твое следующее испытание будет в раю. Но ага. Тут тебя ждет твой старый... Опять Степан, иди на жопу со своим Степаном. Жека, тебя тут ждет старый друг, пока он тут пипиндеет, да? Или какундеет, не знаю, что он там делает. У тебя есть выбор, или... вечно жить в раю с Стефаном, который вот сейчас освободится и начнет выполнять свое дельце. Ну или ты можешь покончить с собой даже в раю. Ну, в смысле, вот тут покончить в этой камере с собой и никогда больше не встретиться с Стефаном. У тебя есть выбор. Или жить с Стефаном вечно, который будет... Ты как видишь, Жека на стене, он тоже любит писюнчики, видишь? Он тоже любит писюнчики. Главное, они нигде не сгорают, твою Жека, Стефан тоже любит писюнчики, мне кажется, вы с ним поладите в несгораемой, неубиваемой лаве, Жека. Удачи тебе, Стефан, а мы сейчас освободиться и присоединиться к тебе. Удачи, Женек. До свидания, развлекайтесь со Стефаном, я полетел. Где ты нафиг, Эдисон? Поясните! Ой, что, ребят, большое спасибо за просмотр. Сегодня мы заканчиваем бить Женька. А мне классно, да. Можно не спрашивать, как у меня дела, да. Ты опять бросаешь Стефана. Мне кажется, он уже на тебя обиделся второй раз подряд. Ребят, ставьте большие пальцы вверх, если хотите еще больше Стефана. Женек ему понравился. Если хотите новые серии троллинга, мы же будем записывать их как можно больше. Поэтому ждем ваших лайков прямо сейчас на вот этой серии. Да, Женя? Знаешь, у меня просто нет слов. Давай ты там сам прощайся. Меня морально уничтожит. Да, ребят, большое спасибо. Большое спасибо за просмотр. Дай мне серию закончить, твою мать. Ребят, большое спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Пойдем, ребят.